Да, а он не глупый. Кстати, да. Папка, ну-ка. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты, предположительно повреждена Брайаном Гудвином. Да, прикольно так изрисовано. Ну, еще рисовать любил. Да. В общем, классный парень. Умный. Самодельный знак, ну-ка. Goodwin's, the Goodwin's family chest, crest, chest. Надеюсь, я правильно это прочитал по-английски. Ну-ка. О, тут что-то... Ну-ка. Да. Записка рейнджеру. Интересно. Ну-ка, почитаем. Дорогой рейнджер, привет. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Фокстрот Лейн, Норт Плат, Небраска, 69-101. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил. Ну, они моего папы, и я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазить по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер. Брайан. Награда будет хорошая. Да. Заберем. Так, лист волшебников и виверн. Ну-ка. Ну-ка, посмотрим, что за персонаж. Игрок Брайан. Персонаж Гладиус Сильва. Мировоззрение. Хаотическое добро. Раса. Полуэльф. Класс. Следопыт. Уровень 4. Пол мужской. Возраст 29. Рост 177 сантиметров. Вес 61 килограмм. Внешность грубая. Волосы черные. Глаза зелено-голубые. Клан. Родина. Непонятная билиберда. Да, вот такие РПГшки раньше были. Это не то, что сейчас с
плюктерами нашими. Старая банка краски. Ну-ка, ладно, я сейчас вот здесь вот. Ну-ка, взять. Крюки. Класс, я взял крюки. Так, это что такое? Диаграмма любительского радиоприемника. Ну-ка. Ку. Схема радиоприемника Брайана и Неда Гудвинов. О, это ж физика. Да. Я это все знаю. Ладно. Так. Да, видимо, отец с сыном хорошо проводили время. Так, открытка, ну-ка. Сейчас мы это все прочитаем. Ку, читать. Дорогой мистер Заклер. Заклер. Извини, мистер Заклер, если я произнес неправильно твою фамилию. Я с папой в Лендере, Вайоминг. Тут довольно клёво. Папа рыбачил вместе под названием ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинается занятие в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед Брайан Гудвин. Открытка. Так, ладно. Видеоигра. Ну-ка. О! Прикольно. Похоже на геймбой. Game Boy Color. Да. Треснувший экран. Эх, я бы ее взял. Он так, блин, все бросает. А, господи, динозавр. Такой милый динозаврик. Динозаврик. Не был бы он таким милым, был бы он настоящим. Господи, как ты швыряешь игрушки ребенка сидушкой. Крепостная стена. Флаг, ну-ка. А, я сорвал флаг. Ладно. Ну ты бы вернул обратно. Господи, надо вот бросить. 5 градусов к северу. Да. А, вот, кстати, вот эта стена, типа,
из камней. Типа крепостная стена, господи, вот и окошко. А, как мило. Да, интересно, что с ними тут случилось. Ладно, пойдем дальше. Ага. Значит. Ну-ка. Так. Отлично. Спускаемся. Так, спустились. Я не знаю, а ты что думаешь? Я должен узнать, что это. Да. Мне кажется, все это неспроста. И, если честно, у меня не очень хорошие мысли возникают. Папа с мальчиком ушли в спешке. Видимо, что-то было серьезное. Плюс, вот эта слежка за нами. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы мы что-то узнали. Иначе за нами бы не следили. Я думаю, что вот эти три факта, они... Ну вот, парень, слежка за нами и... Ну, все это как-то связано. Так. И, если честно, такое ощущение, что произошло что-то очень плохое. Так, а что нам нужно сделать сейчас? Исследовать глубины пещеры. Так, а я где? Ага. Значит, мне куда-то сюда. Нет. Не сюда. Ой, я забрался на камень. О, нормально. Ладно. Ну, хорошо. Да уж. Ну, эти девчонки, они, да, получили за свое. Доигрались. Девчонки доигрались. И никогда не ведите себя, как эти девчонки. А не то, тоже будете в тюрьме. Наверное. Опа-на. Ладно. Послышалось. Что-то заскрипело. Наверное, просто... Дерево заскрипело? Ну-ка, я правильно хоть иду?
Да, все правильно. Да, мне кажется, вот сюда надо. Идем дальше. Я хоть вообще туда иду? Да, вроде тропинка, вот она. Да, все правильно. Да. Очередной раз полюбуюсь видами, которые в дыму. И пойду дальше. Куда же я вышел? Сейчас. Нет, я так не сориентируюсь. Я очень глупый рейнджер. Если был бы рейнджером. Так. Ой-ой-ой. Не туда опять нажал. Как я люблю нажимать не туда. О! Ребята. А, я же тут был. Олений рог. Все дела. Ладно. О! А, да, это же другой вход в пещеру. Фонарик. Так, вот, да. И использовать ключ. Слушай, те. Если меня заперли, значит, тут, наверное, должен быть и второй ключ. Так, ладно. Наверное, меня сейчас опять запрут. Нет? Так, мне кажется, что здесь куда-то можно вставить. Крюк. Вот. Я вот как раз искал трещину. Так, отлично, спускаемся. О, да, высоко. Вроде пока ничего необычного. Но самое необычное я уже нашел. Это ботинок пацана. Возможно, он его здесь потерял в спешке. Бежал в одном ботинке. Может же такое быть, да? Так, ну-ка. Ага. Значит, сюда не спустишься никак. Еще какой-то. Ну-ка. Ох, как же мне немножко сыкотно, когда ты так прыгаешь, мужик. Ну-ка. А здесь ничего. Ох. Так. Тут единственный проход, вот он. Так. Что это?
труп. Фигура. Это тот пацан. Он упал. Какой кошмар. О боже. И вот как раз потерянный ботинок его. Ужас. Тело Брайана Гудвина. Пацан. Наверное, это скрывали от нас все это время и не хотели, чтобы мы узнали об этом. Это на самом деле пипец. Мертвый пацан. Ему было всего 12 лет. Кошмар. Это кошмарный кошмар. Пещера. Да уж. Да, здесь можно забраться. Давай, залезай. Молодец. Не, прыгать обратно мы не будем. Залезть. Залезай. Ага, спрыгнуть. Да, ну и находка, конечно. Так, вот и дверь. Да. Сообщить о теле. Очень жаль.